Спартак Мишулин был одним из самых популярных и успешных актеров 60-70-х годов 20 века. Кинозрители могут знать его по ролям пана директора в телепрограмме «Кабачок 13 стульев» и немногословного Саида в советском истерне «Белое солнце пустыни». А театральные – по роли Карлсона в знаменитом спектакле театра сатиры «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В отделе рукописи и редких книг научной библиотеки имени Лобачевского КФУ уже 30 лет хранится необычный документ – открытка «Новогоднее поздравление» казанского историка Аркадия Шофмана от известного советского артиста. Аркадий Семенович Шофман, выдающийся специалист по античности, именно периода Римской империи, и чуть более раннего периода. У него есть работа, посвященная империи Александра Македонского, и он прибыл сюда после эвакуации в Средней Азии в Казанский университет и, соответственно, занял здесь ведущее положение. Одним из его коллег, как он считал, учителей, был профессор Мишулин. Александр Мишулин – советский историк, профессор Московского университета, автор многочисленных книг по древней истории, в том числе посвященных восстанию Спартака. Спустя годы после смерти известного историка Шофману пришла в голову неожиданная мысль. Не является ли актер Спартак Мишулин родственником антиковеда Мишулина? Он решил написать письмо, и очень интересно, как он выбирает здесь фразы. При этом мы понимаем прекрасно, да, что ситуация с бумагой была не очень хороша. Мы видим, что на обороте, значит, какого-то, да, другого материала, да, он, значит, конспектова какого-то, да, пишет это письмо, обращает его в театр сатиры и вот задает вопрос, да. Может быть, все-таки вы родственник, да, покойного профессора Мишулина Александра Васильевича. Только к Новому году пришел ответ от знаменитого актера. Спартак Мишулин поздравил Аркадия Шофмана с праздником и написал, что действительно является племянником прославленного антиковеда. Спартак Мишулин действительно отвечает, что да, не я племянник профессора Мишулина, оставляет данные по, значит, родственникам Александра Васильевича Мишулина, да, с телефонами, с рабочими телефонами, домашними телефонами, для того, чтобы Аркадий Семенович мог связаться. В научной библиотеке имени Лобачевского также хранится рукопись Шофмана «Очерки советского антиковедения». В ней рассказывается о том, как Александр Мишулин сформировал его научные интересы. Шофман первоначально писал диссертацию, назвал ее «Демосфен как защитник афинской независимости». И занимался всем другим делом. Вот. И как он сам отмечал, это было время, когда в Европе бушевал фашизм, в этой борьбе гибли тысячи героев. Я тоже искал таких героев. Одним из них мне представлялся греческий оратор Демосфен. Вот. Однако после того, как эту работу посмотрел Мишулин и высказал ряд критических замечаний, которые прежде всего касались пожеланий более глубокого изучения материала о Филиппе и Македонии, он занялся как раз вот этой темой, которая потом сформировал его дальнейшие научные интересы, и он этим и занимался только. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз.